Привет! В этом видео изучим умную лампу Mi Smart LED Bulb Essential. Посмотрим, как она светит и как ей можно управлять. Лампа поставляется в небольшой коробке. На упаковке мы видим, что лампочка работает через Wi-Fi. У нее есть голосовое управление, диапазон яркости от 80 до 950 люмен. Цветовая температура от 1700 до 6500 кельвинов. Широкий диапазон. Можно планировать время работы лампы. А управлять лампой нужно через приложение. Лампочку вкручиваем в патрон. Тут цоколь E27. И включаем. У лампы большой ресурс – 25 тысяч часов. Это более 11 лет при 6 часах работы в сутки. Максимальная мощность лампочки – 9 Вт. Для подключения к телефону активируем режим сопряжения. Для этого нужно включить и выключить лампочку 5 раз. Готово! Определяем, в какой комнате у нас будет лампа. В будущем расположение можно изменить. Пишем имя лампочки или оставляем по умолчанию и переходим в режим управления. Посмотрим, что умеет умная лампочка. Через приложение Mi Home ее можно включать и выключать. Можем менять температуру света по горизонтальной шкале. По вертикали меняется яркость. Максимальная 950 люменов. Также можно выбрать любой цвет. Кстати, доступно 16 миллионов цветов. Лампочка может менять цвета самостоятельно. Переходим в режим струящийся свет. По вертикали меняется яркость света. По горизонтали скорость изменения цветов. Также мы можем установить конкретный диапазон цвета. К примеру, ограничить изменение цветов только в зеленом спектре. В разделе «Избранное» готовые пресеты. В режиме «Рассвет» яркость увеличивается в течение 15 минут. С таким режимом хорошо просыпаться утром. Также есть режимы «Закат», «Мерцание свечи», «Романтика», «Кино», «Уютный дом», «Уведомление вспышкой», «День рождения» и «Свидание». Меню настройки можно поставить задержку включения и выключения в нужном диапазоне времени. Есть таймер, возможность объединять устройства в группы. К примеру, объединить несколько лампочек в одной люстре. Управлять лампочкой можно через сценарии. К примеру, включать и выключать при срабатывании датчика Mi Door and Window Sensor. Причем условием может быть яркость в помещении или открывание двери. Либо то и другое. Можно создать сценарий включения лампочки при срабатывании сенсора движения. Опять же, вторым условием прописать яркость света в комнате. Второй вариант управления – голосовые команды. Рассмотрим на примере приложения Яндекс.Алиса. Тут тоже можно выбирать цвета, но главное удобство – именно голосовое управление. Есть несколько базовых команд, есть дополнительные. С помощью голосовых команд можно включать и выключать лампочку, менять цвет, яркость, проверять статус, а также есть отложенные команды. Посмотрим, как работают команды. Алиса, выключи лампочку в квартире. Окей, выключаю. Алиса, включи лампочку в квартире. Включаю. Mi Smart LED Bulb Essential – это умная лампочка, которая может менять температуру света и цвета. Ей можно управлять по таймеру и устанавливать расписание работы. Лампочку можно задействовать в сценариях с другими устройствами, а также управлять ей с помощью голосовых команд. Окрасьте свой дом в яркие цвета.